Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Итак, ребята, всем привет, с вами Никита, и мы продолжаем играть в метро 2033 «Луч надежды». Поехали! А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Угу. Прямой дороги туда. Так, ребята, ну что, я вам расскажу, что в прошлой серии было такое, что Паша, к сожалению, оказался таким предателем в отношении Артёма, и потом после этого плена все его люди почти сдохли, потому что он такой подлый, подло поступил в отношении Артёма. Ого-го. Я не знаю, что с тобой сделают, Паш. Отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. А, и меня в конце уровня встретила Андрей Кузнец. Это человек, который мне помог сбежать со станции Кузнецкий мост. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Да, брат. А у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли. И теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. И с Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят? Да, ну, и мы строим. Вообще видела, у них красной бронепоезд. Из деталей, да. Что берутся с моста тащат. Вот, полюбуйся. Красавица, а? Мужики даже имя придумали. Регина! Как такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям до штрафбатов. Так что бери. Залезай. Так что у тебя очень классная дрезина. Попробуй завести. Ага. Это-то я все подкручиваю по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туннелях ага. Их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близко. Удачи, брат. Вот нас видишь. Ой, сколько пауков. Так, ну что? Света есть, так что пауков можно не бояться. Так, вот первое помещение. Зажигалка. Так. Ладно, поехали дальше. Ой, балки будут сейчас. Так. Проходи, проходи. Так. Так.
Все. Пойдемте обратно. Придется одеть противогаз, потому что газ будет. Так, кстати, дневников нет. А, блин, поделить. Я тогда туда не пойду.
Совсем. Про три, про два газ. Молодец. Так, о. Мое любимое оружие. Заменим. Он стреляет. То, что надо. Так. О, противогазы. Но фильтры уже хватит почти на 30 минут. Ну и запас. Так, пойдемте в эту комнату. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Я вас не трогаю. Я вас сдохну. Беги, Тёма, беги, беги. Тёма, давай, беги, беги. Беги, беги. К дрезине. Давай, Регина. Где ты там? Всё. Красавчик ты, Артём. Так, отошли. Так, противогаз. Опля. Так, ну я боюсь, что мне. Так, снимай противогаз уже не должен дышать. Ой-ой-ой, Артём, тормози, тормози, тормози. Вот это да. Артёмка, что ты не затормозил, а? Третьяковскую. Она же Венеция. С опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню. Не имею права не догнать. Да, Артём, ты должен догнать Павла с группой. Они едут на Третьяковскую. Называется Венеция. Артём, живой? Давай, просыпайся, вставай. Ох, вот это ты навернулся. Так, нет, давайте что сначала. Постой, там мы пойдём всё назад. Где мы упали? О, дробовик. Ой, давайте я это изменю оружие. Так.
Ладно, все, поехали. Артемка, что ж ты не затормозил, а? Надо же тормозить. Ну, я думаю, что группа Павла от моих рук сдохнет от рук Артема. Что ж, Павла, твоя группа, к сожалению, не выживет. Так, ладно, двигаемся. Так. А, там ничего нет. Так. Ах ты, сука! Сучара! Стой, кто идет! Стрелять будем! У нас оружие! Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Да это не ГБ вроде. Форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные. У нас тут женщины, детишки. Нас не трожь, и мы не тронем. Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас. Если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще. Чё ты хоронишь-то раньше времени? Так. Стрельба-то какая была? Стрельба! А теперь тихо. А вдруг отбились? Ой, на четыре. Не идут тогда. Но придут еще. Подождем. А как вы думаете, они всех убили? Может и всех. А может и того хуже. Куда уж хуже. Там ведь и женщины были. Не знаешь ты, Яша, жизнь. Эх, дай тебе Бог и не узнать ее с этой стороны. Так что, пойдем наших выручать? Да что мы там навыручаем? Покупай! Матроны отборные! Мы сбоку зайдем и возьмем бандитов в оборот. Пока. Ну давай собираться тогда. Я вам дам собираться. Вас, детишками, кто охранять будет? Что же нам, бросить их? Парень приезжий поможет. Он один 20 таких вояк, как не стоит. Тут нет! Это решу! Развяжи. Так.
Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали все. Детишек, женщин. Кто живой остался? Ага. Я сейчас. Я отгоню дрезину, сможешь проехать. Хорошо, хорошо, хорошо. Я тебя жду. Если ты за ними пойдешь, у них там ловушка. Я знаю, они говорили. На техническом. Так что ты не спеша, да? Не спеша, не спеша. Хорошо. Спасибо, брат, спасибо. Я посижу пока тут. Отдышусь. Хорошо, давай же слева. Радиация. Долго копается. Делов-то. О, пацаны едут! Что так долго, пацаны? Чё за ботва? Чё за точило, бля? Пацаны, вы походу здесь не одни! Ботва, ищите, сука, терпилу и валите на месте! А то борзой, сука, наточили! Выходи, сучок, побазарим за жизнь твою недолгую! Без... Братки! Я сейчас. Я отгоню дрезину, сможешь проехать. Да, давай. Если ты за ними пойдешь, у них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша, да? Не спеша. Так, сколько заметок? Ну, дневников. А, два дневника. Спасибо, брат, спасибо. Я посижу. Что-то наших нет долго. Пойду чисто в тоннели гляну. А ну как братва уже подтягивает. Пацаны! На чё зубы! Шухер! Молоток. Артём, ты молоток. Обратно пошли. Так, Артём. Перезарядка. О. Так. Нет,
Ника, Ника, Ника. Бандиты, первая заметка. Точнее, первый дневник. Так, ладно, все, поехали. Точняк, а выход на Венецию нам на полюбас нужен. Да, стреляем мы тут. Ладно, да. Покидай, пацан. Воды, братан. Там в том туннеле вообще реальная западло на постоя. Нас тогда пятеро шло, мы чисто все при стволах, нас фонарями. Мы как за поворот чисто зашли. Все, туши сверля, началось. Впереди чисто стульман на пути. Только черный сверля. Не убивайте! Так. Ага.
Так. Артём, ты такой молоток. Так. Оборона. Да сними ты, противогаз! Ничего себе! Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего... Так, ребята, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите мне в комментарии. Всем удачи!